Телеканал КРТ представляє. Мы сейчас, в принципе, поговорим следствие. А причины как раз заключаются в обобщенных средствах управления. Они работают несколько тысячелетий на планете Земля, и кто с ними не знаком, тот совершенно не может сложить мозаику происходящих вещей. Ведь если говорить о том, что к вам пришли на историческом приоритете, ведь что такое история? Я уже сказал, что история не учительница, история надзирательница. Она обязательно наказывает за плохо выученные уроки. Это я для обыкновенного обывателя говорю. Но в то же время, повторяя классику, мы говорим, тот, кто владеет настоящим, властен над прошлым. Тот, кто властен над прошлым, всевластен над будущим. То, что мы сегодня, в принципе, замечаем. Закрывают телеканал или пытаются его закрыть, мы не будем программировать на то слово, что закрывают. Это говорит о том, что этот телеканал немного вырывается и пытается складывать у людей мозаичное восприятие ситуации в этом государстве. Ведь если говорить объективно, скажите, еще на каком канале говорят о том, о чем мы здесь свободно можем говорить. Возьмите канал, который якобы оппозиционный, те, кто там про русский язык говорят, про победу. Вот если я не представлю ни одного из тех, кто сегодня в парламенте сидит и говорит про победу, мы говорим вот партии ОПЗЖ, в каске под Сталинградом. Ну, лица посмотрите, там же все четко, что эти люди были в глубоком тылу. Они говорят не то, что они были молодыми, а их, давайте тоже деды. Частности. Ну, это отдельная история. Я просто всего лишь констатировал факт. И многие говорят, чего вы, говорит, боитесь говорить про Хабад, трусы? Мы не боимся говорить про Хабад. Более того, мы глубоко зрим в корень. Ну и самое важное, повторюсь, и у всех, кто сегодня представляет эти все организации, которые программируют наше мировоззрение, а наше мировоззрение, к сожалению, у многих запрограммировано на уровень калейдоскопического идиотизма. Мы не можем понимать причинно-следственной связи, соответственно, мы теряемся в понимании того, о чем даже мы сегодня здесь говорим. Поэтому, возвращаясь изначально в позицию концепции, нам необходимо понимание того, что сегодня людям не должны давать вот такие прямые эфиры, открытые вещи, где мы говорим о Дне Победы, о дне, который сегодня является единственным символом и пониманием того, что то, что казалось бы еще на уровень 40-х годов начала самой страшнейшей войны, которая прокатилась тогда по всему миру, и не стоит забывать, что это не были немецко-фашистские захватчики, это была в тот момент объединенная вся европейская спільнота, как у нас говорят, тот же Евросоюз. Так Евросоюз и есть. И хотел бы я тогда еще подчеркнуть вот эту вот фазу как раз вот минских договоренностей, вернувшись. Давайте вспомним Брестский мир, когда вышел не Троцкий, а некий Бронштейн, который сказал очень классную фразу: «Ни мира, ни войны, ребят». И тогда офицер штаба просто взял и застрелился. В тот момент, когда было понятно, что на убой ведут кого? Людей, которые, по сути вопроса, перестали отвечать вот тем параметрам. Хотя тогда слово «честь» и «достоинство» были на очень высоком уровне. И очень классно батька Махно как-то сказал, когда уже было непонимание, и остановить ту гражданскую войну, которая происходила на территории, кстати, юга Украины, он сказал очень простую фразу: «Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют». Это была та философия, в которую мы обратно, в принципе, погрузились. И те, кто сегодня пытается, предположим, закрывать КРТ, вот канал, давайте так, навскидку, назовите мне хотя бы еще один канал, на котором говорятся вот такие вещи. Кто еще, кроме КРТ, говорил о вещах нормальных, природных? Вот назовите их.